По данным ряда крупных международных организаций, землетрясение в Турции нанесло огромный ущерб экономике страны на сумму более 100 миллиардов долларов. В провинции Малатия погибли и пострадали люди. В основном частично и полностью были разрушены здания малого бизнеса и жилые помещения. Для их восстановления турецкой провинции была оказана помощь на сумму более 6 миллиардов турецких лир. Малатья – одна из крупных местностей Турции. Бизнес-офисы вмиг превратились в руины после сильных подземных толчков в феврале 2023 года. По данным губернатора, в провинции погибли 1200 человек. Для более 170 тысяч пострадавших установили временные контейнеры. У нас в провинции произошло два сильных землетрясения. Поскольку трагедия произошла днем, большинство людей находилось на улице. Это и спасло жизни многих. Для торговцев установили более 3000 павильонов. Для пострадавших в провинции уже готовы дома для заселения более чем на 6000 квартир. Кроме того, будут построены в короткое время дома всем нуждающимся. Огромная благодарность всем братским народам Центральной Азии за оказанную помощь. По данным представителей местных властей, построено 10 тысяч жилых многоквартирных домов. В этом микрорайоне построены и сданы дома на 726 трех- и четырехкомнатных квартир для пострадавших. Жилые дома в Кенинджик-Тепе расположены в черте города Малатья. Для жителей предоставлен льготный кредит на приобретение этих квартир на 20 лет. Несмотря на перенесенную трагедию, люди продолжают жить и работать. В этом временном контейнерном городке Малатья проживает более 800 жителей региона. Сейчас здесь проживает более 3000 человек. После ужасной трагедии многие дети получили различные травмы, и они нуждаются в помощи. Дети и подростки вздрагивают при любом шуме. Нам больно на них смотреть. Здесь, в городке, мы ни в чем не нуждаемся. Для детей с синдромом Дауна выделили контейнер для занятий. Провинция Малатья славится своим абрикосом. Для пострадавшего аграрного сектора власти выделили порядка 700 миллионов турецких лир. Тем временем на территории всей провинции идут полномасштабные восстановительные работы. Усен Кульбаев, Нуркамиль Асанов, провинция Малатья, Турция.